Тарта, что по-португальски, добрый день. Мы вечером вылетели из Жулян, из Киева. Пролетев через всю Европу за 4,5 часа, мы прилетели ночью в Лиссабон. Там мы заночевали и рано утром отправились пешком через весь Лиссабон на автовокзал. Затем с автовокзала мы доехали до Рио-Бранки. Там пробыли 3 дня и через 3 дня на такси добрались до Сан-Педро-де-Моэль. После чего, отдохнув там еще неделю, мы вернулись на автобусе в Лиссабон и улетели обратно в Киев. Тереза нас проведет. Мышка. Good morning, Тереза. О, вот Тереза. Че, Тереза? We will go out now. Campo Grande. Вот это наша хозяйка. Я в Карабах. Вот это да. Шляпа. Таксисты не хотят говорить, сколько стоит поездка. Где-то близко. Площади и улицы, как сказать, такой. Какие интересные деревья. Как бутылка. И у них такие шипы. Вот такие шипики. Острые очень. Инжир растет. Да, я вижу, инжир растет. Пальмы, колючки. И тут прямо между домом такой красивый скверик сделали. Там если пройтись, конечно, вон Оля впереди идет. Да, приятный запах эвкалипта. Сушеные оливки просто падают с оливкового дерева. Оливки да оливки. А это что такое? Это каштаны. Вот это парк, через который надо пройти. Это парк через... Это парк, через который мы идем. Автовокзал. Очень красиво. Такая шапка от солнца сверху. Воздух пахнет океанской влагой и сосновым лесом.
Очень приятный воздух. Да, вон. Ой, видишь? Для пикничков. Культурно, чисто. Что-то так все красивенько. Такой парк культурный. Нет. Такой же среднеземноморский климат. Нет. Такой другой. Же липкий и сосный. А вот те и брусья. Красный свет. О, где-то с этом. Опа! Вот мы и нашлись. Вот мы и нашлись наших. Русский ма. Слушай, такое ощущение, что я домой попал. Прямо как у нас. Да. Да, вот она. Балтика. Ха-ха. Даже грузинский лимонад. На тахтаре. Не, не надо, Оля. На тахтаре, вот 2 евро. Нам дали. Чего ты снимешь? Нам дали. Да. А может, я дал. Спасибо, всего доброго. Пальма растет на балконе. Красиво. Как могу, стараюсь. Это у нас Лиссабон. Автобус лиссабонский. Вот второй заброшенный дом. Да, я уже снял. Такие улочки. Называется мой Ашан. Ну, не сравнится, правда, с нашим огромным. Да, супермаркет. Кампо Гранде. Через парк. А это центральный университет. Да, прикольно. Кинологи занимаются. Короля в парке стоят. И огромные же эвкалипты, огромные старые эвкалипты. Вот еще пальмы. Огромные старые эвкалипты. Это парк университета португальского. Чауш, первый отбиток. Ух ты, красавчик. Солнце. Два короля. Thank you.
даже стадион. Спорт. Пойдем там. Очень круто картинка. Классно. Понарисовывали оригинально. Оля, привет. Пошли зеленый. Да, да. Ух ты, это метро. Тут и метро, и... Здорово, а там и... стадион за это. Да. Вот. Здесь поверху метро ходит. Вот это поверху метро ходит. Это у нас стадион, это метро. Это вокзал.